25 мая с региональным визитом Даугавпилс посетил министр охраны окружающей среды регионального развития Артур Стом Сплэшс. Во время встречи с первым заместителем председателя Думы Янисом Лачплисисом и советником по вопросам инвестиций и развития бизнеса Игорем Алексеевым обсуждалась реализация важных для города проектов, механизмы поддержки предпринимательской деятельности и многие другие существенные для развития региона вопросы, в том числе преимущества, которые даст создание аэропорта. Визит начался с посещения Даугавпилсской крепости. Министр был приятно удивлен тем, насколько положительные перемены за последние годы произошли в этой исторической части Даугавпилса и проявил большой интерес к запланированным инвестиционным проектам, которые в дальнейшем позволят крепости развиваться в разных направлениях. За этим последовало посещение ряда городских предприятий, во время которого обсуждались как преимущества, которые предпринимателям дают возможность участия в Латгальской специальной экономической зоне, так и то, как даугавпилским производствам удается преодолеть кризис, вызванный COVID-19. Подтверждением большого экономического потенциала города стал опыт предприятий, расположенных в индустриальных зонах. Огромная работа по ревитализации и развитию инфраструктуры промзон позволяет значительно улучшить условия работы и с каждым годом увеличивает интерес предпринимателей к созданию в нашем городе производства новых рабочих мест. Министр высоко оценил и вклад самоуправления в улучшение городской инфраструктуры, благодаря чему в Даугавпилсе создается благоприятная среда не только для работы, но и для отдыха и времяпрепровождения в кругу семьи. Одной из главных целей визита было обсуждение разработки общей программы и стратегии долгосрочного развития Даугавпилса и Акшдаугского края. В контексте этого сотрудничества важнейшим инвестиционным проектом регионального масштаба является создание Даугавпилсского аэропорта и парка высоких технологий. Министр отметил, что реализация этого масштабного проекта, который уже получил финансовую поддержку правительства, даст мощный стимул экономическому развитию всего Латгальского региона. На данный момент Даугавпилс уже получил господдержку в размере 250 тысяч евро на подготовку технической документации для развития Даугавпилсского аэропорта. В рамках программы, разработанной ВАРАМ, можно подать заявку на реализацию именно таких значительных строительных проектов. Мы, несомненно, ждем от Даугавпилса этой заявки, и это ясно демонстрирует общий потенциал и то, что этот аэропорт однозначно может здесь развиваться, так как это вклад не только в благополучие Даугавпилса и будущего края Аугшдаугавас, но и всего Латгальского региона. Ведь мы видим, как во время пандемии, например, меняются цепи поставок, сети логистики, и очень важно, что в этом вопросе мы можем сыграть значительную роль и использовать эти возможности для много более стремительного роста. Так что я считаю, что здесь определенно имеется очень высокий потенциал для развития. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.